каждым днем солнце греет все сильнее, природа оживает прямо на глазах. Для многих весна – самое долгожданное, волшебное время года. Для многих, но не для всех, аллергикам в пору цветения растений приходится нелегко. Полинос – сезонное аллергическое заболевание, характеризующееся острым воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи. Выделение из носа, заложенность, зуд лица. Ко всему этому Аглая Корнеева привыкла с детства. Бывает и так, что аллергическая реакция проявляется впервые в среднем и даже в зрелом возрасте. Такой категории людей приходится труднее всего. Упадок сил, выделение из носа и в редких случаях невысокая температура. Из-за сходства симптомов с острой респираторной вирусной инфекцией они зачастую начинают пить таблетки, пользоваться спреями и каплями. Вот только недомогания, вызванные ОРВИ, проходят за 7-10 дней, а последствия полиноза могут затянуться на месяцы. На фоне эпидемии коронавируса некоторые начинают паниковать, но дать оценку первичным признакам недуга можно самостоятельно. Коронавирус сопровождается подъемом высокой температуры. То есть это всегда высокая температура, причем это так называемые фибрильные цифры. То есть температура выше 38 градусов. Очень некомфортное общее состояние. То есть боль в суставах, ломота, слабость, кашель, одышка, ну и так дальше. Нарушение дыхания. Этого не бывает при полинозе. Сезонная аллергия не опасна для здоровья, но так или иначе отражается на привычном образе жизни людей. Бороться с ней нужно, но далеко не все делают это правильно. Травяные отвары и настои могут усугубить состояние больного. Сосудосуживающие препараты для снятия отека носовых пазух дают эффект быстро, но срок действия недолгий. Пользоваться ими нужно часто, что может стать причиной разрушения слизистой оболочки. В таком случае лечиться придется еще и от медикаментозного ринита. И это далеко не полный список так называемых мифов о полинозе. Одно из самых популярных заблуждений касается цветения тополя. А начнется этот период на полуострове уже совсем скоро. Стефан Филатов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.